Привет, дорогие друзья! Ну, а мы продолжаем с вами наши исторические наблюдения. И начинаем мы с Большой Митридатской лестницы. Работы здесь идут круглосуточно. И каждый день ландшафт местности, можно так сказать, меняется. Поэтому нужно наблюдать, смотреть каждый день. Тем более, все меньше и меньше времени остается до открытия этой чудо лестницы. И сегодня мы с вами, так сказать, в гуще событий пройдемся по лестницам, посмотрим все вблизи, как все выглядит. Скоптера — это одно, вот мы с вами летали, смотрели сверху, а теперь вот смотрим в непосредственной близости. Сейчас мы с вами находимся между третьим и четвертым ярусом. Вот как выглядит подпорная стена, вот подштукатурили ее там раковины, когда опалубку, видимо, снимали, небольшие раковинки были, и их вот заштукатурили, подготовили стену, я не знаю, будут облицовывать ее там или красить просто, но, скорее всего, наверное, будут облицовывать все-таки плиткой, чтобы одинаково все сделать. Вот здесь видите, как все выглядит. И бетонируют подушку между третьим и четвертым ярусом под укладку плитки. Ну а это вот так вот уже выглядит готовая плиточка. Это у нас третий ярус. Здесь работы идут. Вот здесь сейчас будут принимать бетон. Ну, немножко гранитные плитки положили здесь. Здесь гранитная плитка между ярусами, потому что проезжая часть будет. И здесь вот мы с вами смотрим, пройдемся теперь. С левой стороны у нас третий ярус, с правой стороны четвертый. Вот она, лестница, видите, здесь совсем немножко осталось. Вот так она будет выглядеть в облицованном виде. Ну а по бокам возле четвертого яруса и справа и слева вот заканчивают отсыпку плодородным грунтом. Вот так вблизи выглядит георешетка, которую на склоны закрепляют, и в нее уже отсыпают плодородный грунт, чтобы его не вымывало, и он держался, посеет травку, и дерн будет держать прочно это все дело. Быстро туда, вот туда, на площадку зайдите и сфотографируйте по деревьям. А надо бетон снимать. Сейчас, сейчас. Сюда, да? Сюда. Бетон! Я видел уже, сейчас кран спустится. Вот они сейчас доложат ступень. И там доложат, все. А вот это тоже ваше? Да, ну это мощение они здесь быстро делают. А по ночам не работаете? 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 Ну вы стахановцы. Помните мощение уже первый-второй яр. Первый-второй готов. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну вот, видишь, проезд. Видите, да? Первый-второй уже готовы. А вот здесь тоже ведь вы будете плитку ложить между четвертым и третьим? Между вторым и третьим. А, подождите, это какой? Четвертый? А, да, вторым и третьим, да, извиняюсь. Да, сюда бригада отдельно выходит. Слушайте, а как же будет, если здесь все получится, а будет рычать, потом машина будет? Вот, засрут всю птицу. Ну, это уже значит. Мы делаем проезды из гранита. Вас делают асфальтное примыкание. А, все. Они же тоже будут асфальтировать. Короче, проблема индейцев, что их не интересует, да? Мы свое делаем, они свое делают. Здесь уже город должен посмотреть. Нет, гадовцы идеально уже смотрели. Будут делать, да? Спасибо. Ну, вот так выглядит третий ярус. Сейчас основные работы идут вот на третьем ярусе. И между ярусами вот дорогу, как вы слышали, уложат плитку, и уже фирма ВАТ, уже знакомая нам, уже приезжали, замеряли объемы, и вот на Митридатских улочках будут делать асфальт. Так что не все так плохо здесь, все будет красиво, шикарно. Ну и вот обратите внимание, здесь плитка вот такая. А где это можно будет посмотреть? В Ютубе. Сегодня? Не, завтра.
сегодня не успею. Плитка, как вы видели, гранитная. Ну и вот так вот выглядит здесь. Смотрите, засыпали уже грунтом. Ну, конечно, вот дождь как был, немножко здесь уплотнился грунт, и видно вот ячейки. И вот что интересно, труба, видите, идет под лестницей, будут решетки водосборные. Вот, смотрите, хорошо здесь видно. И потом уходит в трубу и водоотведение. Вот сейчас поближе с вами подойдем и посмотрим. Здесь вот уже устанавливают, прям в начале четвертого яруса под ступеньками. Ну, а так вот выглядит здесь вот отмостка бетонная. И между грунтом и бетонной отмосткой немного щебня. И красиво, и эстетично. Ну, а вот, собственно говоря, видите, уже вот перед четвертым ярусом, перед ступеньками решетки, короб. Туда будет стекать вода и по трубе уходить. Вот она, водоотведение здесь. Кто-то спрашивал, как все будет. Вот между ярусами такие перехватывающие лотки, и вода будет отходить. Между вторым и третьим ярусом то же самое там место оставили, но это мы сейчас увидим. Ну а здесь вот выметают. Я так понял, это вот что во время ливня немножко вот намыло здесь. Ну, видны небольшие разводы, потому что грунт свежий, еще даже не уплотнился, только-только и дождь. А это вот за вот этой подпорной стеной. Довольно-таки мощная стена. Напомню, это мы сейчас находимся с вами между третьим и четвертым ярусом. И как раз вот там ждут бетон, принимать будут дальше, бетонировать площадку. Ну, а вот так выглядят двери в гроты, уже поставили двери. И сейчас мы с вами пришли между вторым и третьим ярусом. Вот это мы видим третий ярус наверх, а это вот второй. Здесь уже бетонную подушку забетонировали. И тоже ждет своей участи, как начнут укладывать плитку. И обратите внимание, вот сейчас будет хорошо видно. Вот видите, оставили место. Здесь будут устанавливать короб и решетки сверху. По такой же аналогии, вот как между четвертым и третьим, и трубой отводить. Какая работа тонкая, посмотрите, все подкрашивают, подмазывают, все самые небольшие щелочки, и то, вот видите, заделывают. Ну, а вот так выглядит сама лестница, ступеньки. Еще на третьем ярусе, конечно, работа есть, но вот разговаривал с прорабом, до 4 ноября нужно все закончить, так что будем успевать. Ну и давайте зайдем на второй ярус, как уже выглядит готовый. Первый и второй ярус здесь практически готовы на 99,9%. Ну и вот еще раз заглянем. Третий, там четвертый, вот обелиск славы, стелу мы с вами видим. Ну и вот так вот выглядит лестница в готовом практически варианте. Немножко прогуляемся по ней, спустимся в дом. Прям с лестницей никаких границ даже нет. Можно там вот дверь, черный ход, видимо, и прям можно на Митридатскую лестницу выйти из дома. Вот так вот. А вот здесь вот интересно, посмотрите, вот эта кладка осталась старинной. Ее сохранили, облагородили, видите, промазали все швы, отполировали. И вот так она красиво выглядит. Это вот не трогали. Именно вот здесь и с левой, и с правой стороны сохранили эту кладку. Сверху, конечно, уже из инкерманского камня сделали все. Ну и вот вблизи, вот они, вазы из керамогранита сделаны. Ну, многие говорят, туда цветы будут, но зачем, если дождь пойдет и будет вытекать вместе с землей, будут некрасивые черные грязные разводы. А так вот они будут красиво. Вот, смотрите, здесь еще работы идут. Ну, перекурить, наверное, помешал людям. Тоже вот кладочка осталась еще с предыдущей лестницы. Здесь ее не трогали. Так что реставрация подходит к концу. Все продумано до мелочей. Посмотрите, фасочка снята. Здесь вот все стены тоже потом, после того, как облицевали, еще
отполировали все это дело. Ну и вот так вот выглядит на данный момент. Конечно, сейчас пасмурно было, и не оценить всей краски. А так лестница очень красиво выглядит. И вот двери. Это вот вход в штаб 51-й армии. Грот сделали. И вот поставили уже двери. Посмотрите, какие такие тяжелые, солидные. Еще вот они в целлофане, чтобы не запачкать. А это вот будет вход, где написано «проход запрещен». Это вот как раз будет туда проход. Штаб 51-й армии во время Великой Отечественной войны. Принято решение, его будут тоже там реставрировать. Но это, как говорится, уже совсем другая история. И она будет входить в комплекс, в музейный. Туда будут экскурсии. Ну, а мы перемещаемся с вами на верхнюю площадку. Обелиск Славы. И здесь рядом саму верхнюю площадку, где раньше было все заасфальтировано. Машины ездили. Сейчас, вот как мы видим, рекордными темпами, стахановскими, как я вот разговаривал с рабочими, укладывают плитку, производят мощение, чтобы достаточно, объем достаточно большой здесь. Ну вот посмотрите, второй день работы, вот уже все меньше и меньше остается работы. Ну и вот закаленный, на улице 14,5 градусов, а он в шортах, видите. Кто-то подготавливает площадку, и идет вот укладка плитки. Это вот верхняя площадка на горе Митридат. Здесь будет пешеходная зона. Неоднократно я уже говорил, что сюда вот на машине уже заехать нельзя будет. Лавочка «Крымский мост». Все красивее и красивее, все вырисовывается здесь уже более-менее. Ну и будем ждать окончания работ и открытия. Одновременно будут открывать все вместе и большую, и малую Митридатскую лестницу. Ну а мы с вами двигаемся по дороге Керчь, поселок Аджимушкай, поселок, село Глазовка и село Юркино. По этой дороге здесь вот начали укладывать асфальт, выравнивающий слой. Обратите внимание, где-то больше срезали фрезой, где-то меньше. Вот поворачиваем направо, длинномер с низкорамником поехал, будет перевозить сейчас бульдозер в районе Осовина. И здесь уже уложили, бордюр установили, и начинает потихонечку класть асфальт, укладывать. Ну а здесь вот начинается улица Коммунаров, Аджимушкай начинается здесь. Вот асфальт уже готов. Осталось только нанести разметочку. Это в самом поселке Аджимушкай. Дорога шикарная. Вот мы обгоняем. Скорость вот мы видим здесь. Так, чтобы почувствовать, как говорится, разницу. И вот заканчивается поселок. Мы съезжаем на проселочную дорогу, потому что там уже все в щебне. Выбирали корыто где-то на 50-60 сантиметров и замещали щебнем. Машины длинномеры возят и возят и возят. Я просто в шоке от работы. Ударными темпами строится вот эта дорога Керчь-Юркино. И вот мы выезжаем с проселка в районе Глазовки. Посмотрите, все в щебне, устанавливают уже павильоны. Вот карманы под остановки. Устанавливают бордюрный камень, чтобы красиво было, отсыпают щебня. Но пока вот сам павильон остановочный в сторонке стоит. И вот сюда его будут устанавливать. Это вот Глазовка у нас. Вот там мемориальный комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны. У меня даже где-то видео есть вот с Глазовки, с этого комплекса. И обратите внимание, ВАДовские машины, какую технику закупили фирма ВАД. Раньше я вот не замечал у них вот таких машин. Сейчас, ну, может, я просто мало видел, не знаю. А сейчас вот смотрите, одна за одной щебень возят.
это вот в сторону Юркина от Глазовки поехали. Там как раз самая сейчас работа идет, практически подготавливают к асфальтированию. Ну, я так думаю, что где-то скоро закончится асфальтирование, потому что достаточно много дорог. В Керчи проехал я вот 3 или 4 дороги одновременно делаются. И такие масштабные проекты. Это улица Мирошника заканчивают, улица Главная, там устанавливают бордюрный камень и третий слой. Феодосийское шоссе. Так что много еще. Гаспринского улица делают. Вот BMW, видите, как газует, только щебень из-под колес летит. И вот обратите внимание, какое движение. И вот мы поедем с вами сейчас в сторону Юркина, потихонечку, не спеша, вот по этой дороге. Здесь вот уже щебень укатан до нормативного состояния, ну и готово уже к укладке асфальта. Где асфальт хороший, там просто фрезой прошлись, но вот здесь еще, конечно, надо будет делать. В некоторых местах вот подсыпали щебень. Ну, будем смотреть, когда начнется асфальтирование. Оно может в любой момент начаться. Тем более, что от Джимушкая уже дорога под асфальт готова. Ну, а здесь вот идут масштабные земляные работы. Выбирают старую подушку. И, как мы видим, вот выбирают грунт, и уже машина стоит. Щебень отсыпают. Экскаватором планируют, и каток потом загоняют, уплотняют. И вот такая вот работа, видите, планировочный ковш на экскаваторе, такая работа идет до самого села Юркина. Здесь вот стоит уже каток. Ну и наши любимые коровки, куда без них. Очень много коров в Крыму, куда бы ни ехал я, везде стада пасутся в полях. Вот, не меньше 25-30 штук. Да, может, кто-то скажет, там в советские времена по 120, по 150 там, и того больше были стада. Но я думаю, что и здесь не меньше есть. А это вот делают уже тоже карман. Формируют карман под остановку и под установку павильона остановочного. И вот такая дорога вся, посмотрите, вот глаз радует, вот не сравнить с дорогой, со строительством дороги в поселок, в село курортное, что я поселок все хочу назвать. Небо и земля, просто небо и земля. Я думаю, что здесь намного раньше закончат эту дорогу капитальный ремонт. Я вот еще раз скажу, я просто в шоке от таких темпов. Можно сравнить с темпами работы на Тавриде. Ну и вот направо это Васовиный поворот, а мы двигаемся с вами в Юркино. Сейчас будет такой спуск дороги. Там вообще полностью менять надо будет. Дорога в ужасном состоянии, как стиральная доска. И здесь будут выбирать, я думаю, что вот расширяют ее, подсыпают, видите, щебеночкой. И здесь, я думаю, будут выбирать корыто также сантиметров на 50, на 60, расширяют, видите, вот склон земляной. Ну вот здесь немножко навстречу солнцу, не очень видно, тоже экскаватором лишний грунт вывозит. И вот такая дорога ужасная просто. Ну а при въезде в село, в самом, видите, уже начали сдирать асфальт фрезой. Так что, дорогие друзья, вот будем наблюдать за этой дорогой. Очень интересная дорога. Ну а затем, вот тоже, видите, поглубже карту срезали. Вот смотрят, где опытным глазом, и вот потом будет выравнивающий слой. Ну а это вот конечная маршрутного автобуса Керчь-Юркина. Здесь вот памятник стоит погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ну и двигаемся обратно с вами. Информация. Куплю дом в вашем районе. И мы перескакиваем с вами на улицу Мирошника в районе городского кладбища. Здесь мы с вами уже и летали, видели, как строили
ремонтировали, вернее, капитально эту дорогу. И вот посмотрите, что получилось. Заасфальтировали саму дорогу, три слоя, сделали тротуар. Это вот городское кладбище объезжает эта дорога и упирается в полигон бытовых отходов. Длина вот этой дороги 1600 метров. И все ее капитально отремонтировали. Я тоже помню, здесь вот мы с вами приезжали сюда по делам съемок. Дорога была ужасная. 5-10 километров в час, чтобы машину не разбить. Ехал я, объезжая ямы большие. А сейчас посмотрите. И то я еду так не быстро, чтобы все это запечатлеть. И это одна из многих дорог, которые сейчас ремонтируются. Потому что асфальт-то поменять — это полбеды. Нужно еще бордюрный камень установить. Тоже достаточно хлопотная работа. Ну и вот мы с вами заезжаем. Это вот начинается полигон твердых бытовых отходов. На этом все, дорогие друзья. Вот такой у нас сегодня получился ролик. Я просто в шоке от того, что делается. Всего вам хорошего и до новых встреч!